50 лет в любви и согласии. В день золотой свадьбы юбилярам Бородулиным из деревни Патрушевой вручили благодарственное письмо и памятную медаль губернатора Тюменской области. У Бориса Борисовича и Лидии Владимировны четверо детей, 8 внуков и 1 правнучка. Двери дома Бородулиных всегда открыты для близких и друзей. Депутат Думы Тюменского района Валентин Клименко и депутат областной думы Евгений Макаренко поздравили пару и назвали лучшим примером для молодых семей. Ваш юбилей заслуживает восхищения и глубокого уважения. Прожить полвека в любви и согласии, сохранить тепло домашнего очага, воспитать достойных детей – это большой труд двух людей, которые требуют огромной духовной культуры, настоящей школы мудрости.